смотрите в этом выпуске. Я укротил стихию. Она просто-напросто выливается, вся нахрен выливается. Зря, конечно, вы не загрузили его больше, то у вас, может быть, и штаны послушай, блин. Короче, смотри, я плачу тебе еще 1000 рублей, бью тебя 5 раз. К сожалению, это неправильно. Кириллица, кириллица. Тебя, да откуда я знаю? Дамы и господа, водители и пассажиры. В эфире самое нестандартное шоу про автомобили. Обзор шоу, в котором некоторые могут разобрать карбюратор за 30 секунд. Ну и те, кто считают, что маховик – это название для тортика. И для тех, кто любит свой гараж больше, чем родную мать. Ребята, у нас сегодня в гостях Skoda Kodiaq. Давайте посмотрим, как же она прошла испытания. А впереди тест-драйв и море улетных эмоций. Мы с Сергеем составили собственные рейтинги, а рассудит нас наши многоуважаемые эксперты. Шумахер русских дорог Сергей Битяев. Ну, и вы знаете, человек, ради которого даже пахучка из уважения начинает пахнуть еще лучше. Ваши аплодисменты, Роман Ильин. Друзья, мы спрятали для вас секретики в видео, и первые 3 человека, которые напишут первым эти несколько секретиков в комментарии, те получат 5000 рублей. Друзья, торопитесь, описание и условия внизу под видео. А вы подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, чей обзор вам понравился больше. Помните, что женщины водят лучше, чем мужчины. Они самые лучшие водители. Ну да, но только в том случае, когда мужчина немного выпил. Друзья, пристегивайтесь. Поехали! Ведущие обзор-шоу «Задави авторитетом» соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по 5 основным параметрам. Им предстоит испытать машину и свое искусство вождения, после чего ведущие дадут оценку автомобилю. Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов. Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии. Кто же победит в противостоянии полов? Скоро узнаем! Ну что, давайте посмотрим. Отлично, новый день, новое испытание. Я достаю? Давай. Шок-контент. О-о-о. Это наша тема. Перед вами шокер и пульт. Наденьте шокер на руку Наташи. О, господи, пульт возьмет Сергей. Наташа садится за руль автомобиля. Ваша задача пройти полосу препятствий на машине параллельно, отвечая на вопросы. За каждый неверный ответ Наташа получит электрический разряд от Сергея. Я вмятину в бампере. Мерси. Хорошо, не забудь пристегнуться. Будет горячо. Итак, первый вопрос. Ты готова? Господи, боже. Бензобак на этой машине находится. 3 варианта. Первый вариант. А. Слева. Бензобак находится. Б. Справа. И третий вариант. А. Можно выйти посмотреть. Подожди, я думаю, слева. Господи, слева там, сзади в конце. Слева. Ну что же, к сожалению, это... Неправильно. Конечно, он находится справа. Как справа? Да как же? Серьезно? Так, ну что, идем дальше. Самый большой в мире самосвал БелАЗ 7510, выкручивая, весит около А 100 тонн, Б 400 тонн и В 800 тонн. Сколько БелАЗ весит? 800. К сожалению, это... Правильный ответ. Идем дальше. Я, ну что? По-моему, уперлась в шину. Господи, это так сложно. Итак, следующий вопрос. Какая буква не встречается в российских номерах? А, Б или В? Блин, нахрен его В? В не используется. Нет. К сожалению, это неправильный ответ. Буква Б. Буна тебя! Это же кириллица. Буна тебя! Да откуда я знаю? Ты можешь давить на меня как угодно, но я буду супер объективным. Что же изображено на логотипе Skoda? Это может быть первое — дикобраз, второе — крылатая стрела или третий вариант — парус фрегата. Парус фрегата. Фух. Фух. Крылатая стрела. Ну, она же такая распределённая. Да, блин, ты офигел совсем! Так, веди себя аккуратно. Во-первых, мы едем назад, во-вторых, шокер еще в моих руках. Короче, смотри, я плачу тебе еще 1000 рублей и бью тебя 5 раз. Давай, если ты мне прям сейчас штуку дашь, то без вопросов. Да, давай. Давай. Готова? А ты 1000 покажи, слышишь, готова? Она у меня в багажнике. Ищи лохов, нашел тут. Серьезно? Это, разводила. Чтобы я обманул? Серьезно? Только за кого ты меня воспринимаешь?
Я даже... Но это была самая крутая поездка, наверное, за последние полгода. Я очень-очень мстительный человек, и сейчас ты расплатишься за все свои разы. Ты, главное, ответы не перепутай, где правильно, где неправильно, окей? Что компания «Шкода»? Так ты, блин, водишь еще хуже, чем я, тоже мне. Слушай, да тут не видно ничего. Водитель. Что компания «Шкода» выпускает, кроме легковых автомобилей? А. Посудомоечные машины. Б. Авиационные двигатели. В. Мобильные телефоны. Пусть будет авиационный двигатель. Блин, это правильный ответ. Конечно, они же... За каждый правильный ответ я буду делать от тебя вот так. Достаточно просто набить шоком. Рекорд по количеству пассажиров принадлежит «Шкода Октавия». Сколько пассажиров влезло в эту легковушку? 32, 28, 19 и 3 собаки. 19. 19 и 3 собаки? Нет, просто... А там нет просто варианта 19? А, хватит! Три раза! Ибо три собаки тебе! В двери «Шкода Квиат» предусмотрено место для хранения. А. Зонта. Б. Телефона. В. Ежедневника. Ну, это легко. Конечно же, зонтик. Блин. Сидим, хороший! Ну что, есть? Да, еще один вопросик. Сереженька, какой логотип был у компании «Шкода» 100 лет назад? Угу. А. Птица. Б. Лук. В. Индеец. Так как это была стрела, пускай будет лук. Солнце. Индеец? Да. Кайф! Это было жестко. Погодка так себе, но радует тот факт, что я остался наконец-то один, а впереди следующее испытание. Давайте посмотрим, что же сегодня приготовлено. Нашествие шариков. Задача проверить салон на вместительность. Надуйте шары и поместите как можно больше шаров в автомобиль. В этом вам помогут добровольцы. Побеждает тот, у кого получится вместить как можно больше шаров в автомобиль за 5 минут. С накрашенными губами дуют шары, вы серьезно? Боже мой, вы еще и отдельно каждую упаковали. Ну что же, у меня объем легких побольше будет, поэтому я уверен, что в этом испытании у Наташи просто нет шансов. Задача не из легких, скажу вам, но я справлюсь. Так, ну что, я готов, давайте познакомимся с добровольцами. Ребята, подходите поближе. Я Белоснежка, и мне нужны 7 гномов. Мне нужны мои верные помощники, и сейчас я их буду звать. Ко мне подходите и помогайте мне скорее. Привет. Я не знала, как вас позвать. Ну что, готовы заполнить автомобиль? Да. Я не слышу, вы готовы? Да, готовы. Отлично. Ну что, ребята, 3, 2, 1, погнали. Не так сложно надуть этот шарик, как распечатать его. Закройте зонты, дайте сюда зонты. Давай, закрывайте. На, давай. Стоите, вы что, прикалываетесь, что ли? Скорее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, дюжина есть, парни, продолжаем. Давай, Наташа. Насос сломался! У меня уже голова закружилась. А, нет, черт. Не надуешь 5 шаров еще, все, хана тебе. Мы надули все шары, осталось, ну, 2. 2 не считается. Интересно, конечно, как справился Сережа. Думаю, все-таки мы лучше. 78, 79, 90, 110 примерно. Так, это та же бумажка или это другая? Похоже, это другая, потому что ту я выбрасывала, она прям вся промокла. Нашествие шариков 2. Это еще не все. Теперь сядьте в автомобиль вместе со своими... Вместе со своими гномами. Тот, кто лопнет меньше количества шариков, тот и победил. Ребята, только это очень важно. Очень важно не лопнуть ни один шар. О, так, один. Видите вы или нет, мы не лопнули ни одного шара. Это было один минус один. Ребята, аккуратнее. Короче говоря, мы справились с задачей. А, минус два шара. Шариков у нас будет больше, чем у Наташи. Полный вперед. Я воздушный шар. Аккуратно, я могу лопнуть. Было непросто. Как тебе испытание? Мне очень понравилось. Я
Ну, я под впечатлением, правда. Честно говоря, чувствую то, что тебе немножко подыгрывали, потому что ты девчонка, поэтому давай объявим результат и поймем, сильно тебе подыгрывали или нет. 54. А, 54? 54, да. У меня результат, конечно, немного скромнее. Блесни. Наша команда набрала 58 шаров. Блин! Да, ну что же, все логично, все справедливо, все по-честному. Согласна? Согласна. Ну что, хорошо, идем. А я предлагаю поехать. Бип-бип. Ну и что ты там рассказывал? Да говорю, немножечко подустала, хочу отдыхать. Какое отдыхать? У нас испытание. Ты чего, взбодрись. А, кстати, вот и оно. Так, ну что, быстрый и ловкий. На время нужно доехать из пункта А в пункт Б. Вам вручат важный груз. Угу. Его нужно доставить до пункта Б. Тот участник, кто привезет груз в целости и сохранности до финиша, правильно, победил. Ты первая, пожалуйста. Хорошо. Удачи. Я же вся просто-напросто мокрая до труб. Я вообще не поняла, как так случилось. Ну реально, уже 1/4 вылилась мне на ноги. Это капец. Сучий, блядь, потрох. Твою мать, блядь. Ёб твою мать, блядь. Я же вообще не мотивирована. Пиздец какой-то, я даже выехать еще не выехала, я уже вся в этой воде. Полтазика на себя вылила, я могу дальше спокойно ехать. Все маты вывалились из моего рта, и как бы, собственно, уже там нечему храниться. Да, вот прикол, вот так прикол. У меня мокрая. Мокрый живот, мокрые ноги, мокрые... Твою мать, оно все равно умудряется выливаться. Ощущение, что я сижу в этом тазике. Сука, она еще холодная, хоть бы ее нагрели. Ой, что же за люди-то такие? Она просто-напросто выливается вся, нахрен выливается. Там уже выливаться нечему. Она льется и льется. Мягкость, да какая в хрена мягкость подвески, управление. Это невозможно просто оценить, потому что ты, сука, сосредоточен на этой воде, на этом тазе. Ну, это вообще вот просто-напросто. Это просто капец. Извини, что отвлекаю тебя от монолога, но я знаю твой знак зодиака. Помимо этого, у меня небольшой тоже подарочек для тебя. Давай взвесим, сколько воды осталось, а сколько впитали твои шикарные джинсы. Меня будем взвешивать? Я думаю, будет прикольно, если в воду. Ну, как скажете. Прямо сюда. Погодные условия на сегодня идеальны. 3 килограмма 140 граммов. А теперь я что? Отдыхаешь. А ты? Садишься сейчас ты в машину. Я этот. Может быть, я просто отдам. Просто отдам тебе победу и все. Нет, и мы разойдемся, нет, на этом закончим. Я тут уж точно не сдамся без боя, поэтому садись, даже готова буду дождаться тебя, пока ты доедешь. Надеюсь, не помру от холода и мокрых ног. Сейчас, одну секундочку. Ну-ну-ну, я бы не была такой довольной на твоем месте. Водички. Я сама. Будь объективна. Не надо объективно, я налью столько, сколько налили мне. Так, ну что, все по чесноку? Да. Так, ну что, я, честно говоря, водичку разливать не собираюсь. Хотя, она уже начинает разливаться. Не, подвеска хороша, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, это не так просто было. Наташа все-таки не врала. Ой, наконец-то ровная дорога. Отлично. О, все. Все, все, водичка под контролем. Я укротил стихию. Кто укротил стихию? Я укротил стихию.
Блин, она болтается по полной программе. Все, у меня уже воды, мне кажется, меньше, чем у Наташи. А это значит, что девчонка... Фак. А, черт, это же так и застыдиться можно. Подъезжаем, подъезжаем. Все ближе к моему позору. Да, мокрый, облитый. И не в самом крутом статусе. Сейчас мы его взвесим. Ни одной капельки не пролито. Да ладно, я никогда в жизни не видела, как Сережа ездит медленно. Ну, это того стоило. Да, ну вот, ваш ценный груз, пожалуйста, принимайте. У меня так и было все, на самом деле. Все так и было, это просто джинсы новой модели. Называется... Water Jeans, приобретайте на распродажах, в масс-маркетах, так, ребята. Давайте взвешивать. Давайте. Итак, 3499, ну округлим 3500, и у меня сколько было? 350. Примерно так. Примерно, да. Странно, мне, честно говоря, казалось, что у тебя воды осталось больше. Ты разлил не на... Достань, это типа такое... Треугольник. Ты разлил не намного. Злорадство. Меньше, чем я. Но несмотря на то, что мы вместе мокрые, я должен сказать, что подвеска была хорошей. Если бы подвеска была плохой, я думаю, мы бы вылили на себя полностью таз. Ничего не довезли. Слушай, ну я тебе как профессионал скажу. Знаешь, это сложный путь. Вот нужно пройти и через обливание, и через заморозку, и огненную. Ну что, пока солнце полностью не село, я не превратился в вурдалака, сделаем обзор этого Skoda Kodiaq. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, его внешний вид. Когда смотришь на него спереди, создается впечатление, что это все собрано из конструктора Lego, потому что такие вставные детали очень напоминают мне некоторые конструкторы известного производителя. Ой, бегемотик! Огромная машина, большущая просто. Хочу сказать, что сумку мне сюда поставить не удастся. Максимум кофе, и то, не дай бог, он свалится, и может случиться непоправимое. Угу. Так, сиденье внутри, друзья, и руль. Это невероятно, но факт. Садясь сюда, честно говоря, меня все устраивает. Сиденья тоже сделаны не из супердорогих материалов, но тем не менее неприятно, есть держалки. Руль классный, какой-то он такой, знаете, прям приятный на ощупь, матовый, симпатичный. Если говорить про ручку, она хорошо лежит в руке. Помимо этого, я не могу сказать, что сделана как-то хлипко. Были нарекания, что пластик внутри может трястись или скрипеть. Ну, я этого, честно говоря, на себе не почувствовал. Из-за того, что зеркальце маленькое, могли, конечно, и побольше сделать, я 2,5 балла сниму. Единственный минус, о котором говорят многие владельцы Skoda Kodiaq, то, что бортовой компьютер легко замазывается. Не знаю, у меня здесь висит пленочка, поэтому с этим я не могу ни согласиться, ни поспорить. Этот момент, когда ты открываешь дверь, например, да, и нет вот этого, когда, да, вот вроде открыла, она раз и начинает закрываться. Ну, так тоже немножко тяжеловато. Так, что бросается в глаза? Во-первых, бросается то, что здесь допущена ошибка, на первый взгляд. Одни сиденья длинные, вторые короткие, все это сделано специально для того, чтобы пассажир, который сидит сзади, ему было комфортнее, он смог вытянуть ноги. Мне кажется, это довольно прикольное решение. Удобно сидеть здесь, удобно сидеть посерединке, у окошка. Очень большая машина по багажнику. Открывается легко, не надо ходить в салон, нажимать на кнопочки, возвращаться. В общем, не паришься, легко это все здесь. Очень большой багажник. Посмотрим, что у него есть сзади. Есть полноценная, что ли, запасочка, плюс инструменты, да и даже домкрат. Поэтому, дорогие, вы не потеряйтесь, здесь все очень хорошо. Багажник большой, высота неплохая. Кстати, по поводу высоты. Клиренс, куда деваться? Клиренс здесь вполне себе приличный, поэтому можно смело парковаться на бордюрах, переезжать... предметы и не переживать за то, что часть вашего автомобиля останется где-то на дороге. По салону вот за те 2,5 балла, которые я сняла, наверное, 7,5 я и поставлю ей. Меня, в принципе, все устроило.
Сосед хороший, ремень безопасности хороший. Здесь подушки есть безопасности, если не ошибаюсь, их 4. Если говорить по комфортности внутри, внутри мне тоже все понравилось. Внутренности 8 баллов. По поводу управления. Мне не понравилось, но это только мое мнение. Оно мне не понравилось из-за того, что она большая, еще раз повторю. Мне было некомфортно, я не почувствовала краев. В общем, берегов я не чувствовала. И из-за этого я могу поставить ей, наверное, баллов 7. Эй, по поводу удобства управления. Мне было не совсем комфортно, потому что я привык ездить на автомобилях чуть-чуть поменьше. Габариты я не чувствовал, но уж извините, как бы это не проблемы Шкоды. Это моя личная недоработка, поэтому здесь я тоже смело ставлю 8 баллов. Разгоняется классно, тормозит супер, поворачивает вообще отлично. Двигатель хороший. И прям вот за город можно выехать и по городу погонять. Поэтому за это я поставлю 10. По поводу подвески, мне понравилось. Вы знаете, кто-то любит пожестче, кто-то любит полегче. Я ставлю тоже 8. Расход топлива. Вот с этим, вот, честно говоря, проблемы. Потому что многие владельцы жалуются на то, что, несмотря на то, что у него маленький объем двигателя, например, 1.4, потребляет бензина он ого-го. Поэтому в этом плане, прости, Шкода, 6 баллов. Соотношение цены-качество 10. 2 ляма за эту крошку. Нужно подумать. В общем, ставлю твердую 8 этому автомобилю. Пишите в комментариях, сколько поставили бы вы. Увидимся. Ну, наконец-то, моя любимая часть автошоу. Это, конечно же, голосование. Здрасте. Что здрасте? Это что такое? Это невидимый кубок, в который будут собираться голоса, которые отдадут за того человека, который вот перед тобой стоит. Все сейчас. Правильно, это урна для голосования. Я в нее буду вещать. Это было увлекательное приключение в моей жизни. Ну что же, друзья, перед вами простой выбор: отдать красную фишечку, но я предлагаю вам отдать синюю, потому что обзор был интереснее, веселее. Не знаю, насколько объективен, совпадает с мнением наших экспертов, но он был четче. Мой обзор получился более живеньким. Ну, тут как бы все видно. Да, да. Нормальный обзор. Среднячок. Ну, болтовню в сторону. Болтовню в сторону. Наши испытания — это наши испытания. Но на самом деле очень интересно знать, как же оценили автомобиль наши уважаемые эксперты. Эксперты, конечно. Вам слово. Мы, естественно, благодарим ребят. Я думаю, ребята старались, все ярко, все хорошо. Но давайте более серьезным, как мы подошли как раз с Романом. Мы потратили некоторое время, покатались на этом автомобиле, обсудили его с Сергеем и сконсолидировали свое общее мнение, построенное на том, как мы видим этот автомобиль. Прошу, начинай, Сергей. Ну, более серьезно, как вы. Во-первых, это новинка. То есть это новинка у Шкоды, и к ней нужно присмотреться, потому что она будет в нашей русской дороге довольно долго. Ну, по-первых, у нас комфортность салона. Здесь общая оценка у нас хорошая, потому что мы разного роста, разного комплекта. Отрегулировать сиденье было удобно и под меня, и под Романа, я думаю, правильно. Обзорность, в принципе. Прекрасная обзорность. Более того, это автомобиль настоящий семейный. Он имеет третий ряд сидений. Он позволяет возить большое количество пассажиров, возить всю семью и большое количество багажа. Дачу сюда, туда. Точно. Можно засунуть всю дачу, потому что шарики доказали то, что автомобиль объемный. В салоне мне на самом деле очень было удобно. То, что комфортность салона, мы даем общую оценку. 9 баллов. 9 баллов. Неплохо. Это объективная оценка, потому что, как мы уже упоминали, семейный автомобиль, есть третий ряд сидений. К сожалению, на нем не очень удобно даже юным пассажирам. Но здесь переходим к мощности двигателя. Двигатели на этом автомобиле представлены трех конфигураций. Это 1,4 литра, 2 литра бензиновый и 1,8 литра дизельный. К сожалению, дизельный автомобиль мы не смогли испытать. Мы ездили на 2-литровом бензиновом автомобиле. Для автомобиля мощностью 180 сил и весом 1,7 тонны это на грани, скажем так. Двигатель хотелось бы, конечно, 2,4, лучше 2,6 литра. И поэтому мы ставим оценку 7,5 баллов. Да, мягкость подвески. Как мы неоднократно повторяли, автомобиль семейный. Он рассчитан на большое количество пассажиров и груза. И, соответственно, мы этот эксперимент с Сергеем провели тоже и попросили присутствующих в момент тест-драйва людей составить нам компанию. И когда автомобиль загружен, он плавно идет, как легковой автомобиль бизнес-класса. Безусловно, когда компания нас покинула,
те регулировки подвески, которые позволяют комфортно нести эту нагрузку, к сожалению, выдают определенные неровности дороги. Но на наш взгляд, это нормальная практика для всех автомобилей данного класса. На самом деле, да, я соглашусь, и оценка у нас 8, и зря, конечно, вы не загрузили его больше, если бы у вас там было бы еще там, двое водой, детей, да? Тетя, теща, так сказать, вот, у вас, может быть, и штаны послуше были на самом деле. И шарики, к сожалению, ничего не весят. И у каждого по тазику, да? Да, и каждому по тазику. Никогда не думал, что это может быть взаимосвязано, но теперь действительно в этом есть логика. Да, для меня тоже открытие. Но есть определенные но. У многих автомобилей запотевают фары. Это конструктивная особенность, которая влияет на управление автомобилем. И, к сожалению, это конструктивно так сделано, и это ничем не лечится, никак не устраняется, только в процессе эксплуатации. И оценка наша 8 баллов. 8 баллов твердые. Да, твердые баллы. И тут вот сейчас самое интересное – соотношение цены и качества. Мы тут прямо так спорили с Романом, действительно, потому что я кричал, что это очень дорого. Ну, честно, Шкода слишком дорогая, Шкода Кодиак для меня, ну, 2,8 миллиона, которые вот если мы купили, 2,8 миллиона просто. За автомобиль с 2-литровым мотором полноприводным. Но тут вот Рома защищал автомобиль, и мы тут подготовили небольшую шпаргалку по стоимости дальнейшего обслуживания автомобиля. Это самое главное, потому что нужно рассчитывать наперед. Если мы берем эксплуатационные расходы на автомобиль в течение одного года и пробег 15 тысяч километров, то надо учитывать три ключевых фактора. Это стоимость страховки автомобиля, стоимость налога на автомобиль и стоимость эксплуатационных расходов в виде топлива. Итого в год вам удовольствие от общения с этим автомобилем составит чуть более 50 тысяч рублей. Это очень хороший показатель для автомобильной индустрии. Спасибо за четкую математику, за точную математику. Спасибо. Обращайтесь. Для меня все разложилось по полочкам. Вообще все ясно. И средняя оценка у нас получается 7,9 балла. Ну что, подсчеты наши закончились. Интересно узнать. Интересно. У меня 8,9. Есть, победа. У наших жюри 7,9. У меня 7,8. Я ближе. Это победа! Я не понимаю, чему ты так радуешься, Сергей. Победе, победе. Ну какой победе? В первом выпуске, мы же еще отлично. Зрителей просили помочь нам. Вот, и зрители молодцы, проголосовали за меня. Я же их перед этим запугала, сказала, что ай-яй-яй, только попробуйте за меня не проголосовать. Что с ней, ребята? И, значит, один голос есть у меня, так скажем, мой такой бонус. И я решила, что из своих 8,9 я отниму балл, и получится у меня 7,9. Поэтому у жюри 7,9, у меня 7,9, а у тебя 7,8, Сергей. Получите, распишитесь. Ну, во-первых, спасибо всем зрителям, спасибо ребятам за ваше голосование. Ну, конечно же, хотелось бы сказать большое спасибо нашим экспертам. Напомню, что с нами был Роман Ильин и Сергей Битяев. Да, спасибо большое, приходите еще, это было здорово. Ребята, вот такой вот обзор на Шкода Кодиак у нас сегодня получился. И помните, что если девушка моргает вам левым поворотником, это еще совсем не значит, что она поворачивает налево. Возможно, она просто флиртует. Короче, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И, конечно же, смотрите следующий выпуск, где я снова размажу Сережу. Это мы еще посмотрим. Есть легенда, что первый знак Шкода был индеец с перьями или петух. Но ни одна из этих легенд не подтверждена официально. А как думаешь ты, на что больше всего похож логотип Шкода? Присылай классный вариант и пиши их в комментах, и за это ты получишь 3 подарка на выбор. Вариант номер 1. Это деньги, они всегда нужны. Вариант номер 2. Полный комплект резины или сигнализации. И мой любимый вариант номер 3. Ты хочешь машину? Наши партнеры Риа Авто сделают тебе скидку.